Единогласное голосование в парламенте по решению о прекращении полномочий народного адвоката. Наталью Малашак отстранили от должности голосами 82 депутатов, несмотря на то, что утром она передумала и отозвала свое прошение об увольнении. Наталья Малашак написала заявление об увольнении из должности народного адвоката 2 декабря, после того, как вокруг нее разгорелся крупный скандал. Омбудсмен наняла бывшего осужденного личным советником на волонтерской основе, который якобы участвовал в работе офиса народного адвоката. Малашак извинилась, заявив, что нуждалась в телохранителе, так как в ее адрес поступали угрозы. Она настаивала, что это не что иное, как месть коллег, которые хотели заставить ее замолчать, после того, как она обнаружила незаконные махинации в управлении имуществом. Imediat cu finalizarea controlului și informarea organelor de drept despre rezultatele acestui control, pentru a nu afecta imaginea și credibilitatea instituției, voi precăuta posibilitatea prezentării demisiei din funcție. Действия народного адвоката осудили и представители ПДС, которые и назначили ее на эту должность. А президент Майя Санду, юристом которой ранее была Малашак, призвала общественность не делать поспешных выводов. Încrederea în oameni și să ne lăsăm un pic de răgaz, să nu fim superficiali în aprecierea lucrurilor, eu cred că asta este foarte important, pentru că altfel nu o să vrea nimeni să vină să-și asume. Și nu e vorba doar de instituțiile publice, e vorba în general despre câtă deschidere avem noi și răbdare ca să nu condamnăm pe cineva în jumătate de oră. Să reușim să înțelegem lucrurile în profunzime. Через неделю после скандала Наталья Малашак передумала и попросила парламент не принимать ее прошение об отставке. Она аргументировала свою просьбу тем, что ей необходимо завершить проверки в офисе, так как она решила проблемы с персоналом учреждения. Законодательный орган не удовлетворил запрос. Все констаты инчитаря наити де термина мандатула авокатулу попорулу Ал домни Наталья Малашак в лигатуре ку демисия. Должность объявили вакантной, и до проведения нового конкурса кресло народного адвоката будет временно занимать адвокат Майя Бенареску. Наталью Малашак назначили омбудсменом 24 сентября. Ранее она работала адвокатом и представляла, среди прочих, президента Майю Санду в нескольких судебных процессах.